ситуацію в Соледарі. Як ви це бачите? Чому саме Соледар? Чому російські окупаційні війська перейшли з Бахмуту на Соледар? І давайте розглянемо різні варіанти розвитку подій. Якщо все ж таки окупаційна влада зможе взяти Соледар, як будуть військові дії розвиватися тоді? І якщо українські війська їх відтісняють, то на яке інше місто перейдуть окупаційні російські сили, далі, де чекати наступних затяжних боїв? Ну, за Соледар сейчас идет такое крайне ожесточенное оборонительное сражение, его ведут вооруженные силы Украины, и чем важен Соледар для российского командования? После вот нескольких месяцев лобовых штурмов Бахмута, абсолютно бездарных и бессмысленных, да, из военной истории мы прекрасно знаем, что нельзя взять город в лоб штурмом, не окружив его. Это невозможно. Вот. Тем более, когда у тебя нет, как было, допустим, в Северодонецке или Сичанске, такого колоссального перевеса в артиллерии, как было там, да. Поэтому в какой-то момент они, потратив там определенное количество техники и личного состава, это поняли и перенесли усилия на Соледар с тем, чтобы попытаться Бахмут обойти по левому флангу украинской обороны и либо перерезать, либо взять под огневой контроль трассу М-03, если я не ошибаюсь, вот, которая связывает Бахмут со Славянском. Таким образом пресечь снабжение или его как минимум затруднить, потому что даже в этом случае полностью обрубить снабжение у них не получается. Там есть дорога через Краматорск, насколько я знаю. Но там плечо снабжения вырастает и возникают там определенные сложности. То есть они, в общем, тактику избрали, судя по всему, выдавливание. Вот, то есть окружить Бахмут и вот замкнуть кольцо и уничтожить там группировку ВСУ вряд ли у них получится. Вот прям вообще не получится, мне кажется. Вот, и поэтому они пытаются принудить ваши войска к отходу. Получится у них взять Соледар или нет, это довольно такой момент пока не очень понятный. В городе идут тяжелые бои. Вот буквально, по-моему, вчера Пригожин объявил, что Соледар взят наемниками группы Вагнера, а Коношенков, их этот главный, значит, врун Министерства обороны, объявил, что город окружен силами ВДВ, и там идут тяжелые бои внутри. То есть, кто из них врет, непонятно. Я полагаю, что оба, и город не окружен, он находится в таком, ну, в такой подкове, как бы в полуокружении, и бои там все еще продолжаются. Ваше командование, я понимаю, прекрасно осознает там все опасности, все сложности, и поэтому события могут развиваться следующим образом. То есть, понимая, что город не удержать, а город, я так понимаю, уже разрушен практически полностью, и там обороняться уже будет в какой-то момент проблематично, ваши могут отвести войска на следующую линию обороны. И даже если мы предположим, что Соледар падет, и даже если мы предположим вот наихудший вариант, что падет Бахмут, то никакого коренного перелома в войне не наступит для России, в принципе. То есть ваши войска просто организованно отойдут на следующую линию обороны, а за ней дальше туда, там вот эта вот агломерация Славянск, Краматорск, это вот такой самый мощный укрепрайон на Донбассе, его нужно будет снова штурмовать, опять в лоб, опять пытаться прогрызть эту оборону, и самое главное, что до него еще надо дойти, потому что там не 3 километра расстояния, а значительно больше. Все это нужно будет делать там под ударами украинской артиллерии. Так что я бы пока сильно не, как сказать, ну, не впадал в меланхолию. Да, ситуация тяжелая, ситуация, можно сказать, такая серьезная, но не катастрофическая абсолютно. И я не вижу пока у нее при любых ее развитиях катастрофических последствий. Максимум придется оставить Бахмут и Соледар. Это неприятно, я понимаю, но это не катастрофа. А якщо події будуть іншим чином розвиватися, українські збройні сили відтісняють Соледара і Бахмуту російські окупаційні війська, що тоді далі, як будуть розвиватися події? Ну, надо тут понять таку вещь, що вот сражение такого рода за город, да, это же не сражение там в чистом полі, где там лінія оборони, її прорвали і вийшли на оперативний простор. Вот как было это, условно говоря, у ваших под Харковом, да? Там все не так. Там линия фронта, она пружинит, она гуляет туда-сюда, 100 метров продвинулись русские здесь,
а на следующий день там украинцы их потеснили вот тут, и вот так вот она туда-сюда двигается. У меня вообще сложилось ощущение, что ваше командование ведет это сражение с целью вот втянуть в него, как вот в воронку в такую гигантскую, как можно большее количество российских резервов, включая, в общем, самые боеспособные вот эти штурмовые группы Вагнера, с тем, чтобы их там по максимуму обескровить, ослабить или уничтожить, вот, а в этот момент готовится удар на другом направлении. То есть, где конкретно, я не знаю, тут можно, конечно, порассуждать на эту тему, это может быть и Кременная Сватово, может быть, Мелитополь, может быть, еще где-то, а может быть, готовят контрудар под Бахмутом, это вот знает Залужный, как я уже много говорил. Поэтому посмотрим, как там будут события развиваться, но еще раз говорю, при любом раскладе там катастрофы никакой не случится, в принципе. Никакого глубокого прорыва нет. Для глубокого прорыва нужны подготовленные механизированные соединения в большом количестве, которые должны стоять вот в ближайшем тактическом тылу, ожидая прорыва. И после чего их в прорыв вводят, они там его раздвигают и пошли на оперативный простор. Но у них таких соединений нет.